Так, ну что, сегодня у нас первая ночь прошла. Я спал вот здесь вот, тут надо мной есть окно. Ночью шел дождь, и то ли окно протекает, то ли это влажность конденсировалась. Но я проснулся и вообще спал весь мокрый. Отсюда капал просто как дождь. Так кап-кап-кап-кап, примерно с такой скоростью капли. И все мое белье постельное, оно вот, я его с утра выжил, и сейчас мы его на солнышке посушили, вроде оно немножко высохло. Мы ехали вдоль обочины, и Алексей увидел коноплю. Представляете, конопля растет просто вдоль обочины на Алтае. Причем, если ее потрясти, если это мужская особь, вон, видели? С нее сваливается пыльца. И раньше люди бегали по конопляному полю, собирали пыльцу на себя, приходили, стряхивали ее, и таким образом собирали урожай конопли. Давай еще раз попробуем крупным планом. Видел? Раскоп называется карама. Раскапываем мы орудия труда каменные. Но чаще попадаются осколки, отщепы. Работаем здесь, живем в лагере, как туристы. Кормят здесь нас очень даже хорошо. Денег не платят, да и не нужно. Там наверху над нами раскопки Карама, где мы только что были. И мы размышляли, как вообще их смогли найти. Потому что это абсолютно склон типичный для этих мест. Как угадали, что именно там находится самое древнее поселение в России. Мы решили спуститься, здесь внизу идет дорога, и подъехать под нее. И когда приехали, мы увидели, что здесь внизу тоже копали. Видимо, сточные воды или еще что-то вынесло сюда на дорогу какой-то, может быть, инструмент или... вот отщип, как они говорили, да? И когда их уже нашли, стали копать. Сначала копали здесь, а потом пошли наверх и нашли это поселение. Мы думаем, что было именно так. А можно мы посмотрим? Она какая-то зеленая еще, нет? Да, зеленая. Кстати, сладенькая. Ой, хочется лечь и поспать. Находимся в самом центре Склифского кургана. Курганы — это захоронение. Почему так много камней вокруг? Это он, значит, раскопанный. То есть камни раскопали, вот здесь было само захоронение. Над захоронением был уровень льда. Захоронение где-то датируется 5 век до нашей эры. Найдено археологом Сергеем Руденко. И было много загадок, потому что все курганы находятся по тектоническим плитам, по их разломам. И неизвестно, как они, то есть как скифы знали. Также было найдено много золота в слитках, в фольге, но не было найдено ни одного печи, ничего, где могли скифы обрабатывать золото. Это вот являются главными загадками курганов. Можем видеть, обратите внимание, это такса, видите, очень длинная собачка. А вот здесь у нас тенеталкай. У древних скифов были те же сказки, что и у нас.